слышал о нашем новом смысле и качестве бороться в музее Николая Островского до сих пор. Своим жизненным подвигом, кто будет представлять своих лауреатов, будет испугались. 40 лет в этом году исполнилось. Более чем 30 лет о правах инвалидов и подготовке к ее ратификации в России. Международный уровень деятельности Рухлядева доказывает его избрание. Я должен вам сказать, что оказывается меня здесь так хорошо все знают. Мне только останется, я вам очень благодарен за то, что вы все пришли. И это очень хорошая воспитательная работа с молодежью, еще инвалидом. И никогда не думал, что могу бороться с борцами-профессионалами. Вот, и получаю зарплату профессиональную. А мне в то время и не снилось, что такая возможность может быть. И что инвалид. Это как аванс, а в будущем, если я буду уверен, что она сохраняется, то отдам все последнее. И хочу от себя... Выиграет Олесю Юрьевну международную премию Николая Островского в номинации «За выдающиеся спортивные достижения». Локального коллектива художественной самодеятельности не подумал. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Для меня действительно сегодня великий праздник и большая честь быть здесь, нести почетное звание лауреата.